Уникальный музей есть только в 6-й школе. Здесь оборудовано 4 тематических зала и игровые площадки для детей помладше. Шахматно-шашечная, интерактивная, спортивная и безопасная дорога. Зал профессии станет серьезной основой для профессиональной подготовки школьников. Правильнее будет сказать, что у нас и полы, и стены являются музейными экспонатами. Всего в нашем музее школьном, предназначенном для интеллектуального и физического развития всех обучающихся 6-й школы, представлено 4 зала. Это зал детства, зал профессии, зал искусства и зал науки. Также у нас есть 4 игровые площадки для детей младшего возраста. Это шахматно-шашечная, интерактивная, спортивная и моя безопасная дорога. А для более старшей аудитории у нас есть 2 музейных зала. Наша школьная жизнь, собственно говоря, на которой мы находимся, и историческая площадка «Я помню, я горжусь». Музей необычен тем, что здесь повсюду QR-коды, через которые можно попасть на страницы виртуального музея. Таким образом, ученики 6-й школы могут расширять познания в области искусства и культуры, науки и техники, знакомиться с шедеврами великих художников, музыкантов, открытиями великих ученых. Весь этот проект нужен был для того, чтобы сделать обучение для всех учеников нашей школы более комфортным, веселым, интересным, чтобы в школу шли с радостью, с улыбкой на лице, и для того, чтобы не только повысить продуктивность, хотя это является не менее важным фактором, но и для того, чтобы дети были просто счастливы и говорили, что моя школа – самая лучшая школа в городе. Спонсорами являются компания ООО «Лукойл Западная Сибирь», а также Лосева и еще некоторые люди, которые, безусловно, и очень сильно помогают нам в осуществлении детских мечт. Хочется учиться, хочется приходить в школу, а тем более сейчас развивается наш большой проект «Взгляд из центра событий. Школа-музей». По школе очень красиво. Чувство патриотизма формируется в том числе и через знакомство с инсталляцией «Мой Когалым, моя Югра, моя Россия», которая была создана благодаря поддержке депутата Тюменской областной думы. Когда мы пройдем по этажам, посмотрим виртуальный музей, мы видим, что всем этим пропитано полностью. Не только помещение рекреации, не только помещение классов, но также и уроки, которые здесь проходят. С 6-й школы нас очень много связывает. Мы здесь реализовали уже несколько проектов. И мини-типография, которая сегодня издает газеты для ребят, и часть виртуального музея, и спортивное оборудование. Я могу все больше и больше называть проектов. В планах у педагогов расширять возможности музея. Юлиана Сотник, Евгений Скляров, «Наши города».